Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу показать вам рецепт очень простого, незамысловатого салата, который готовится очень просто, но в его составе есть несколько доминирующих составляющих, которые придают ему очень насыщенного вкуса. Готовить его несложно. Для начала нам нужно бросить отвариваться либо куриную четверть, либо филе, либо индюшатину. Неважно, нужно отварить до готовности. Порезать не очень мелко шампиньоны и обжарить их на растительном масле, немножко посолив тоже до готовности. И остудить. Также нам понадобится порезать небольшими кубиками сыр. Он где-то сантиметровыми такими кубиками должен у вас получиться. Этот салат не должен стоять у вас несколько дней, его перемешивают именно перед подачей, потому что составляющие у него ароматные, и поэтому они могут делиться вкусами. Поэтому готовьте его, пожалуйста, непосредственно перед самим праздником. Теперь уже нужно просто смешать его. Сыр, курица, корейская морковка и жареные грибы. Также сюда добавляю либо сметану с горчицей перемешанную, либо немножечко майонеза. Все. И салат готов, перемешиваем, и можно его подавать к столу. Он получается очень простым и при этом очень вкусным. Обязательно пробуйте, это очень легко. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч, пока-пока!